Всем замечательный добрый день, всем привет. Хочу показать вам обновочки моей мамы из магазина Taco. Что она случайно тоже набрела, не специально, ей нужно было в Мюлле. И у нас Мюлле находится рядом с Taco. Были, в общем, большие, огромные плакаты Ауштеллер, что на, в общем, как, тотальная распродажа, тотальный сейл на редуцированные, уцененные вещи и еще 50% скидки. На все, в общем, красные ценники, еще 50% скидки. Ну, мама зашла. Ну, в общем, закупила такие симпатичные вещички. Пару вещей она купила для своей племяннички. Отправит в Россию. Тут такая маечка. Не знаю, камера не такой цвет передает. Очень приятный цвет. Такой кремово-бежевый. Такое очень симпатичное кружево. Приятное очень на ощупь. Такая структура, не знаю, видно, не видно. Тонюсенькая такая майчонка. Стоила она изначально 13, то мы ценили ее на 10, и мама взяла ее за 5 евро всего лишь на все. Очень приятная. Следующая тоже для племянницы. Это 100% котон с пайетками, немножко переливающиеся. И такие вот балабушки. Стоило 10, потом оценили на 8, и в конце концов 4 евро она стоила. На мой взгляд, такая симпатичная, немножко укороченная, симпатичная версия. Следующие уже покупки для мамы. Мама себе сделала. Такая маечка. Цвет очень-очень насыщенный. Здесь она как двойная, так сделана. Здесь как котон, а здесь как шитье. Очень тонюсенькая, воздушная. Очень красивый цвет. Стоила 10, 8 и тоже 4 евро. Очень легкая. В таких лямках. С нулем он там играет наверху, так что не обращайте внимания на звуки. Такая маечка. Ну, на ней написано было, что пижама, как, ну, как пижама, шлафанцу, как от, ну, в общем, от пижамы маечка. Стоила 5, потом оценили на 3, в общем, всего-навсего 1,5 евро она в конце концов стоила. Тоже кружевная и катоновая. Очень такой стрич, такой тянется, качество очень хорошее. Такой цыпленочек. Лимонный цвет, очень приятный. Следующая вообще мой фаворит, очень мне понравилась. Смотрите, какая красота. Балеринки, обувь, в общем. Вся палитра кроссовки. Такая вот серебристая надпись. Здесь 3/4 рукавчик. И вот так здесь сделан тоже рукав, плечики открыты. Мама померила, еще вообще особенно на загорелой коже. Она белоснежная, аж с таким вот с отливом. Белый-белый цвет, аж с фиолетовым отливом. Очень ей красиво, очень-очень вообще симпатичная такая. Тоже стоила 13, потом 10 и 5 евро всего мама за нее дала. Это, конечно, практически бесплатно. Очень хорошее качество. Хорошо все прошито в Taco. Есть неплохие вещи. Я тоже пару раз уже показывала свои закупки из Taco. Можно найти очень доступные вещи, достойные вещи по доступной цене. Вот что я хотела сказать. Здесь, конечно, тоже прям настоящая обувь. Супер. Следующее. Ну, как всегда, все помятое. Конечно, с магазина будет все стираться. Еще даже ценники не отрезали. В общем, я у мамули взяла сразу на съемку. Это понятно, да, с магазина. Такая очень классная. Тоже катоновая. Здесь вот так вот сделано необычно. Прикольно. Вот, расшито все вот так. Такие асимметричные. Всякие фигуры, цветочки. В общем, такая вот маечка. Она стоила тоже 13, потом 10. И в итоге 5 евро. Это тоже такая свободный покрой. Дальше.
Вот это тоже мне очень понравилась маечка. Очень классная, как эти маечки называются, которые залюбленные Фокухила, по-моему, Фокухилаши. И вот такие как бы половинки таких вот перлин, как жемчужинки наклеены. И как типа под джинсовку, конечно, это все катону сделано, так окрашено, как будто такая вот вываренная джинсовка. Очень приятная такая симпатичная маечка. Вообще классная. Уже удлиненная. Стоила 10, потом 8. И потом всего 4 евро в итоге. И вот такая тоже очень-очень яркая. С так называемыми крылышками. Очень классная. Здесь сзади тоже симпатично на спинке сделана резиночка такая. Стоила 8, потом 5. И в итоге 2,5 евро. Тоже 100% катон. Такие симпатичные летние маечки. За все это мама отдала. Сейчас секунду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В общем, за 8 вещей мама отдала 30 евро 92 цента. Такие замечательные покупки. Кое-что еще Андрюша купила. Сейчас вам покажу. Бабушка купила Андрюше вот такой вот Мюллери гель Сарацен. Написано «Мгновенная помощь». Травяной такой гель. И при укусах насекомых. В общем, комары. Написано «Действует охлаждающе, успокаивающе». С бебиком можно использовать и маленьким детям. С травяными экстрактами. Написано, что 15 мл здесь. Бабушка же ценник, конечно, содрала. Это же бабушка наша. Тюпиш. В общем, написано, что нанести очень легко наносится, написано, потому что это гель, успокаивает, охлаждает кожу, ухаживающие, заживляющие экстракты трав, содержит натуральные вещества. Да, легко наносится. В общем, мюллерская эйгенмарки, 12 месяцев можно хранить. И в общем написано, что если место укуса очень сильно сразу опухает, то обратиться к врачу. И этот гель не помогает при использовании, если ребенку укусили клещи или какая-то аллергическая реакция. В общем, вот такой гель. В принципе, нас сейчас, вот мы с отпуска приехали, в Болгарии пару раз нули кусали комары, а так здесь пока нас это все миновало, слава богу, потому что детки страдают от этих укусов. Хочу быстренько сделать обзор. Это брошюрка. Она случайно осталась у мамы. Это в отеле, куда мы ходили на Солнечном берегу. Делали массаж. Отель называется, прям стоит на берегу моря. Называется Нептун. Больше сравнить не с чем, потому что девочки просили, что сделать обзор на сколько стоит маникюр. Маникюр, педикюр, в общем, такие услуги в Болгарии. Не знаю, когда выйдет это видео. Так что извините уже, если слишком поздно сделала. Ну, в общем, я зашла уже перед отъездом, там у нас интернета не было, я зашла уже, мы зашли в кафешку и через телефон зашла просто на свой канал почитать комментарии. Случайно увидела, что девочки спрашивают сделать обзор на цены, маникюр. И маме сказала, говорю, оставь, как раз у мамы была эта брошюрка, я говорю, оставь, в общем, сниму. Ну, вот здесь, да, делите все на два, в общем. Это волосы. Вот. Да, мужская стрижка 10-15 евро. Женская 15, детская 10. В общем, с мойкой головы сколько. Все, в общем, делите все на 2. И вот маникюр. Маникюр 15 евро. Маникюр с покраской тоже 15, да? Дальше шерлак 25 евро, френч 25, френч с шерлаком 30 евро, да, окраска ногтей 7,5 евро, шерлак 12,5 евро, педикюр 25 евро, педикюр с покраской ногтей тоже 25 и в общем педикюр с шерлаком 30. И я не знаю, что это такое за
Ну, это, наверное, гелевые ногти, да, наверное, или акриловые. Нейль, пластик. От 40 до 50. Ну, в общем, конечно, в отелях будет дороже. Можно, наверное, найти и подешевле, но вот такие вот цены. Надеюсь, кому-то будет полезно. Зашел муж только что домой. Он ходил после работы сразу, даже не переодеваясь, ходил. Есть знакомая, живет по соседству, он помогает, ну, женщина, она одна, уже в возрасте, он помогает ей косить траву, в саду ветки обрезать, в общем, ветки деревьев обрезать. И, в общем, она угостила его яблоки с собственного сада. Очень-очень вкусный запах, напоминает прям детство. Классно. Спасибо большое всем за внимание, за лайки, за комментарии. Всем желаю замечательного дня. И до новых встреч. Пока-пока.